Здравствуйте, друзья! Меня зовут Саша Дракон, директор танцевальной студии «Школа Дракона». Вы смотрите обучающий видеокурс «Хип-хоп. Быстрый старт». А спонсор этого видеокурса – компания «Пионер», представляющая аудиосистему для танцоров «СКИЗ». Вот мы с вами добрались до первой связки. Это связка, которая завершает первый уровень нашего обучения. Вспомним, что мы учили. Мы учили кач, мы учили движение руками, мы учили шаги. Вот это вот все мы соберем в небольшую связку и выучим вместе. В ней всего две восьмерки. Сначала мы учим первую восьмерку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Это была первая восьмерка. Давайте разберем движение. Шаг в сторону и кики. В бок, кик вперед. Кик в бок. И сейчас я руки вот припечатаю сверху. Что-то типа хаммера. 5. Вот я делаю махи. Закрываюсь. И теперь отсюда же перехожу на чикен. На лоб. Давайте вот это движение. Вот я закрылся. Раз. И поставил, распрямился. Два. Еще раз быстро. Раз. И два. Супер. Итак, вот мы сделали. Пять и шесть. И снова. Семь и восемь. Первая восьмерка закончилась. Начинаем вторую восьмерку. Я делаю прыжки в эту сторону и делаю кик. Давайте я сначала покажу. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. На счет. Более подробно. Прыжок вместе с киком. Прыжок. Ноги вместе. Вот они. Теперь прыжки вот такие. Вместе с движением руками. 3, 4. Теперь я делаю за шаг ногой назад. И отшагиваю снова назад. И делаю два движения руками. Здесь немножко сложный кусок, поэтому я вам покажу более подробно, как я делаю поворот. Вот я сделал вот эти прыжки. И теперь вот я делаю замах прямо вот туда вот куда-то, за себя. И делаю такой же отшаг. И теперь накачиваю себя два раза. Окей? Ну и еще раз вторую восьмерку на счет полностью. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы. Обязательно выучите ее сначала на счет и лишь потом включайте музыку. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк, добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragon's Dance Studio и смотрите обучающие видео по аудиосистеме СТИС. Меня зовут Саша Дракон, директор танцевальной студии «Школа Дракона». Вы смотрите обучающий видеокурс «Хип-хоп. Быстрый старт». А спонсор этого видеокурса – компания «Пионер», представляющая аудиосистему для танцоров «СКИЗ».Друзья, вот мы и перешли ко второй связке. Вторая связка замыкает у нас второй обучающий блок. Напомню, в этом блоке мы научились качать корпусом, качать плечами и качать бедром. Да? Поэтому все эти навыки мы сейчас применим
в двух восьмерчатой связке. Итак, первая восьмерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Более подробно. Я качаю бедром. Вперед. Раз и два. Теперь я делаю движение к себе. Три. И вот встаю прямо на носочки. И четыре. Да? Еще раз. Раз и два и три и четыре. Вторая четверка начинается с того, что я делаю две дуги внутрь. Раз, два. Да? И плюс я добавляю маленький шаг. Раз, два. И теперь у нас в бой идут руки и плечи. Вот они делают вот такую штуку. Три и четыре. Еще раз. Три и четыре. При этом еще добавляете плечи. Три и четыре. Три и четыре. А теперь еще и добавляете маленькие шаги. Три и четыре. Я начинаю с движения левой ногой назад. Три и четыре. Заметьте, три движения руками, три движения плечами, три шага. Все совпадает. Итак, вернемся. Наша вторая четверка. Пять, шесть, семь и восемь. Да? Вот мы завершили первую восьмерку и переходим ко второй восьмерке. Я делаю four corners. Начинаю с правой ноги. Раз, два, три, четыре. И теперь я делаю следующее. Я нажимаю вот на это плечо. Пять, шесть, семь, восемь. Да? Итак, я сейчас делаю вторую восьмерку на счет медленно. Вот мы пришли вот сюда. Поехали, как у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разберемся с тем, что мы делаем. Во-первых, four corners. Я начинаю с правой ноги. Раз, два, три, четыре. С этим все понятно. Остались последние четыре счета, и мы разберем их поподробнее. Во-первых, они состоят из движений ногами и движений верхней части корпуса. Ноги. Что вы на самом деле будете делать ногами до три счета, неважно. Вам надо сдвинуться в сторону. Все. Итак, раз, и два, и три. И на четыре поставить точку с помощью шага. Все. Переходим к рукам, грудной клетке, ко всему остальному. К плечам. Вот смотрите. Я надавливаю на плечо. Раз, два. Причем, заметьте, вот эта линия искажается. Помните? Как будто у нас железная палка здесь. Раз, два. Ага. Молодцы, супер. И вот я делаю четыре движения. Раз, два. Теперь грудная клетка. Три. Я нажимаю на грудную клетку и делаю движение руками. Четыре. Давайте еще раз выучим. Раз, два, три, четыре. Теперь я соединяю с ногами. Приготовились? Поехали. Раз, два, три, четыре. Окей? Что ж, попробуем сделать это в музыку. Итак, мы включаем наш трек. И в нем долгий разгон. Что делать, чтобы не ждать? Потому что вот он играет разгон, а нам нужно начать уже с более мясной части. Вот мы хотим начать отсюда. Можно встать и подождать. Вот так. Есть еще один способ, я вам сейчас его расскажу. Это, можно сказать, еще одна часть обучения. Есть хорошая функция, называется Q. Q — это запоминание какой-то точки на музыкальном фрагменте в вашем треке. И поэтому, когда я использую стис в своей работе, я эту функцию использую. Я поставил точку, к которой буду возвращаться. И она перед тем, как наступит, ну, перед тем, как начнется вступление мощное, да? Давайте послушаем.
Слышите вот это вступление? И сейчас я вызову с помощью функции call еще раз. И отсюда начинается. Понятно, да? Так вы можете запоминать любую точку на треке и уже с этой точки делать хореографию. Я вам советую на этом треке эту связку сделать так. Дождаться вот этой паузы, да? Мы сейчас вместе сделаем. Потом, когда начнется сама мощная часть трека, качающая, прокачать одну восьмерку, ничего не делать. И начать со второй восьмерки, окей? Итак, вначале я перед этим выставил с помощью точки мема точку, да, на треке, которую я хочу использовать. И сейчас я ее вызываю. Функция call. Пауза. Теперь. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Понятно, да? Поэтому всегда используйте преимущество вашей техники, когда у вас есть такая возможность. Ну, а сейчас делаем связку целиком. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк, добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragons Dance Studio и смотрите обучающие видео по аудиосистеме STIS.